строим там двухэтажную, двухъярусную парковку. Этот план прилагается, и он, соответственно, утвержден на 14 октября 2016 года. Помимо всего этого, на одном совещании, когда оно проводилось, мы, соответственно, обратили на это внимание, и товарищ мэр сказал, что в принципе ничего подобного не будет. Спустя два месяца, ровно на таком же совещании, он точно все да наоборот решил, что все это будет проводиться и все это будет сметаться. В наше нелегкое время все прекрасно знают, что экономическое состояние в Молдове не самое лучшее, и лишение рабочих мест, независимо от того, даже пусть оно будет вроде бы не глобальным в масштабе всей Молдовы, но тем не менее, за каждым участком, за каждым, скажем так, контейнером или киоском стоят люди и семьи. Но, несмотря на это, наше руководство считает, что это нормально, оставлять людей без заработка, без дохода, без существования, без куска хлеба. Поэтому мы решили прийти и высказать свою точку зрения по этому поводу. В первую очередь мы требуем, чтобы отменили решение градостроительного совета относительно реконструкции центральной площади. Это первое, что мы требуем. Также мы непосредственно хотим обратиться еще и по тому вопросу касательно рынка, в том числе, чтобы прекратили реконструкцию того же центрального рынка, чтобы люди также находились на своих местах и продолжали работать. Честного, справедливого, бескорыстного. Но самое главное у этого вождя было что? Помогать людям, протягивать руку помощи и разрешать конфликтные вопросы. А у нас что получается? Понимаете, мы не то что поверили, 73% получили наша партия. Мы не то что поверили, мы доверили этому человеку. И что получается? Простой народ теперь страдает от того, что не знает, какие интересы защищает Рената Усатый. Поэтому мы хотим, чтобы вы все немножко подумали о том, что нас ждет в будущем. Понимаете? Потому что я лично ходила на приемы почти к каждому советнику. Просто так получилось, что до 22 марта получилось половина советников я прошла. Каждому советнику я объясняла, что наши советники — это маленький парламент города Бельц, понимаете? Который решает судьбу каждого и всех бельчан. Что они здесь сидят за счет того, что мы отдали свои голоса. Зайдет. И тут мы узнаем, что 17 июня нас не оповестили, проходит градсовет. Мы узнали и пришли на этот градсовет. Естественно, так как нас было там много заинтересованных лиц, этот план градсовета не был принят. А вот от 14 сентября он был проведен тайно. Мы не знали, сайты не работали. Лишь только в 3 часа дня мы узнали, что градсовет уже идет. И был принят вот этот проект. Мы на 17 июня, когда были на градсовете, вы помните, кто знает план, хотели проложить дорогу через всю площадь и парковки. Когда мы подошли к КУАДе, главному архитектору, он объяснил, что да, было получено задание ВУЗа все-таки решить центральную часть города улучшить. Какое задание было дано? Озеленение. Но в первую очередь парковки, понимаете? И кто слушал градсовет в онлайне, тот слышал, что в основном везде у нас парковки. Мы предлагали парковку сделать на опытном заводе. Да, но не рассмотрели. По поводу опытного завода, то есть владелец опытного завода, в принципе, готов был сотрудничать с Примарией, но, в принципе, они даже его никогда не приглашали и не хотят этого делать, потому что это ему не нужно. Все парковки и все остальное хотят сделать просто на рабочих местах, потому что им так интереснее. Вот, потому что это интереснее, потому что, наверное, выгоднее. А всех нас, в принципе, должны просто оттуда убрать и, скажем так, сделать так, чтобы мы, наверное, уехали из страны и поехали в другие места, где нас будут ждать, наверное, скажем так. Поэтому в данном случае Примария никак не хочет идти на контакт, наш мэр в том числе. Попасть к мэру, сами знаете, это просто нереально и невероятно, то есть запись, в принципе, уже прекращена. То есть я не знаю, не помню за всю историю, чтобы у нас был мэр, который бы не выходил к народу. Насколько я помню, что все непосредственно мэры города Бельц всегда по каким-либо сложным вопросам всегда выходили к народу и всегда были готовы с ним вести какие-то разговоры. Но в данном случае никто к нам не выходит. Вот может быть руководство подойдет сюда, нет? Товарищ Григорьевич, может вы подойдете или еще кто-либо, проясните ситуацию на этот вопрос, вы же там стоите просто-напросто, нет? Так подойдите сюда!
Хто вас вимагає? Я ж нічого, ви вопрос задайте. Ви не в курсі, так? Ні, ну що, чого? 14 октября. Починайте от з дорог, тому що налоги платять, машини ламають. 6 чоловік без участі Ренати Георгійовича, де був председателя градсовета. Плата реконструкції, це досі виділили. Виходять люди. Так правильно, не вас не вимагають. Ми давали їм голоса, пускай не виходять люди. Я ж говорю, вони ж... А почему без криков? А у меня ребенок ждет дома. Они же хотели проблему решить. Проблему решить, пускай выходят к людям. Потому что мы ходили, голосовали, чтобы они вот там сидели. Комфортно. Очень хорошо. Мы идем оттуда, потому что нас упраздняют. Никто не позвонил. Нет, Лена, стоп, Николай Николаевич, вы правы. Лена, сюда иди. Николай Николаевич, послушайте, что ты получила, какой ответ? Был градостроительный совет 14 сентября. Так. И что уже до этого, до 14-го, да. Ну давайте я вам разъясню. Подождите, не так, подождите. Мы задали вопрос. Нет, мы вам... Нет, нам прекрасно видели этот план убежден. Я тоже видел какой-то план, мне приносили... Нет, не какой-то, мы видели именно этот план. Что вас... Нет, вас вели в заблуждение. Сказали, что я не какой-то видел. То, что вам раздали утром, я не знаю, там, демократы, коммунисты... Это я раздавала, я не вижу. Там будет у вас... Вы взяли у плана. Пусть этот план принят у ВАДа. Еще раз говорю, ничего не принято. Вы сейчас как не принято? Заблуждение. Мы не можем. Ничего не нам ВАДы дал его лично. Еще раз говорю. Мы взяли этот план у ВАДа. Я вам говорю сознательно, осознанно и говорю вам правду, что вас обманули. Никакой парковки. Еще раз говорю. Никакой парковки. На рынке как был рынок, так он будет. Это вас ввели в заблуждение. Один из архитекторов внес предложение, чтобы сделать там парковку. Предложение. И его отклонили. Это предложение запрещено. Это правда. Это предложение запрещено. Я же знаю, что происходит. У вас не было там ВАДы. Я же знаю, что происходит. Мэр и ответили на наши вопросы. Мы были в ВАД. Господин... Мэр в розыске. Мэр в розыске, потому что Плохотнюк его подал в розыск. Вы же знаете. Пускай вице-премьер выйдет к нам. Вице-премьер выйдет. Вице-премьер так вы сказали, что это первое. Мы сказали, что это первое. Мы идем в том, что много всех. Градостроительный план 14 октября. Ищите план, где будет парковка вместо рынка. Да. Покажите этот план. Покажите мне, куда. Дайте СПМ, где вы покажите мне, куда. Да неправда это. Да неправда это. Что там будет парковка? Да неправда. Еще раз говорю. Предложение внес Гринфульник. И отказали. Вот и все. Это что? Скажите. Это что? Вы подождали или что? Дайте, да. Подождите. Конструкция вокруг помещения. Конструкция вокруг помещения. Ну, где парковка вместо рынка, объясните? Вместо рынка? Вместо рынка или вместо или на корпус? Парковки внизу, под землей. Парковки внизу – это одно. А что, где вместо рынка, объясните, парковка? Зачем вы вводите людей в заблуждение? Ваш план будет... Вы где это рынок? Вы обманываете людей. Вот рынок вещевой. Мы здесь стоим, да? Вот смотрите, еще раз. Еще раз почитайте, пожалуйста. Да, мы это все понимаем прекрасно. Подождите. Ну вы не перебивайте, если вы хотите разобраться. Конструкция локального помещения, вся копия речек сплотажил. То есть на этом же уровне сверху будут коммерческие объекты, парковки под землей. Коммерческие почему объекты не написали Супамен, примерно? Да, те, почему здесь это не почему указано, не написали Супамен? Ребят, да, это вы просто, говорю, вы вводите людей в заблуждение. Покажите мне коммерческие объекты, которые там находятся. Вы понимаете, это не проект. А что это? Это план урбанистической зоны. Правильно.
Есть, после него вступает в работу план урбанистических деталей, детальный план, который уже разрабатывается, исходя из... Подождите, есть все предложения. Подождите, а почему на этом плане не было ничего для того, чтобы не было детального Это план урбанистических зонал, потому что есть специалисты, которые аттестованы, они специалисты в этом деле, а он так делается. Представители вам проекты уже были, и планы они привели уже в действие. Да нету проекта. Объясняю. Это не план урбанистических деталей, тут размеров нету. То, что внизу, то, что наверху, это не делается. Это генеральный план. Это, вот смотрите, вообще-то, вот эта разработка. После него идет план урбанистических деталей, который разрабатывается, исходя вот из нынешних, вот, к примеру, каких-то... Хорошо, почему вы здесь не написали просто? Здесь находится коммерческий... Вы понимаете, что это не проект? Это не мы писали. Так поэтому мы стоим это здесь, не проект, что я же вам что вы можете прийти и поинтересоваться. Так мы неоднократно приходили. Кого вы, господин Шереметьев? Мы живем в Шереметье. Шереметьев? Что там будет, Это... Да, по поводу неправда такое. По поводу бутиков, раньше ты сказал, что ваших бутиков не будет вообще. Потому что там будет порогов. Может, вы имеете в виду, что получилось? Да рынок ничего, там как будто таки будет. Конечно. Это кто-то обманывает вас. Это обманывают. Ну какие люди? Вот эти люди, кто сзади сидят. Да это вранье. Я знаю, что вы очень эмоциональны. Николай Николаевич, вы помолчите. Как был рынок, так и будет рынок. Вы тоже очень эмоциональны. Я понимаю, что это не вариант. А какие объекты? Нет, да, нет, давайте посмотрим. Это бумажка. Здесь что-то подписано вообще, товарищ? Подождите, вы не поняли, вы хотели посмотреть. Вы хотели посмотреть текст. Женщину, что вы рвете из рукав? Нет, я покажите у вас хоть одну роспись. Микрофон. Так покажите руки. Дайте сюда. Денис. Покажите хоть одну роспись. Этот бумаг является легитимным? Это бумага. Нет. А что? Вот на... Где роспись? Ольга, где роспись? Где роспись, объясняю? Вот найдем. Покажите, что... Где роспись? Это просто бумага, вы понимаете, это просто бумага. Это просто бумага. От 26 числа мы были непосредственно на... Претензии есть? Есть, конечно. Какие? По поводу бутиков, которые находятся перед непосредственно рынком. Подождите, вы сейчас сказали, вы пришли за вещевой рынок. Почему? Не за вещевой, за все. Николай Николаевич, мы за все в этой жизни пришли. Я понял вас. Да. Вы приходите сюда, но вам всегда говорят, что вас никто не тронет. Но вы приходите. Кто же вас тронет? Сколько нам мир был, ваш Ренат. Целый год. Не надо мне окать. Не надо окать. Он сейчас Бельск. Где Бельск? Сколько вчера? Мы у него розыск. Он говорит, что базар у нас в Бельске. Подождите, придет другой опять наш. Еще не так. Это другой. Владимир Иванович, за одну ночь несет, он запомнять несет. Жалко, что ему не удалось снести за одну ночь, как Собянин. Он вчера это сказал, смотрите, вы КВ. Законное строительство. Рестораны в парке. Что нет? За рестораны мы согласны. Он сказал, за рестораны в парке. Нет, Николай Николаевич. Вы все перевертываете. Почему? Другой доход. Может, по поводу бутиков, то, что мы видим речь, которые закупили строение. Перед рынком. Конечно. Товарищ ему сказал, что вас там не выдали. Покажите мне бумагу, что вам было. Покажите мне бумагу. А он уже на голосовом. А до завтра, пока у нас будет бумага. Покажите мне бумагу, что вы сказали, Денис, что у вас пришла бумага, что вас выгоняют. Покажите. Нам пришла первая бумага, где нам пришла. Нет, вы сейчас взлете перед целью. Нет, нам пришла бумага, где было написано, что нам приостанавливают договор аренды. Вы сидите здесь благодаря мне, ему и всем людям. Так вот помолчите, пожалуйста. Это что такое? Посмотрите, всем рот это грошу. Вы неоднократно ходили по этим вещам. Что вас выгоняют? Нам пришло 19 июня написано, аренда прекращается в связи с тем, что грядет реконструкция центрального рынка. Все, до 19 июня. Она на горло берет это. До 19 июля. Что вы хотите делать, мама? Есть птица, там? От граждан. Да, где птица? Вы сказали, ведь нам специально не сказал, что вас там не будет. Нужно предоставить бумагу. Бумага подготовлена. Потому что
Потому что это демагогия, вот сейчас занимаются. У вас вы официально подписали этот бумаж? Ваша, это ваша воля занимается? Я просто просил пушку. Уже кончает, потому что вопрос не просто Жители города вышли для того, чтобы обозначить свои проблемы. Мы сейчас возьмем петицию или инициативную группу и идем к вам. Какой кабинет, вы скажите? Почему нет? Вам что, показать ваши партбилеты? Покажите. Вам покажут. Ваших родственников партбилеты показать. Какой первичный организации вам показать? Да. Вы даже состояли тоже. Если сейчас какие-то родственные связи, вы состояли с первыми членами ЦК. Родственными связями, членами ЦК и членами... Да нет, у вас сюда ничего нет. У вас нет. Вы вообще не занимаемся политикой. Вы пришли. Вы коммунисты, демократы, перебежчики. Мы не имеем дохода.